Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Набережные Челны. У нас первая лига, лучшая лига мира. И начинается очередной тур именно здесь. Татарстанским дерби, камским дерби. КамАЗ против нефтехимика из Нижнекамска. 33-й Борис Фортуна и 9-й Артемий Укомский. Ну и тренирует КамАЗ Владимир Кланцак. Хорошая атака, штрафной КамАЗ, удар в ближний угол, отличный сейв Сергея Ещенко, и защитники помогают ему. Новый навес. Зависает мяч над штрафной, но никто не пошел из нижнекамцев. Здесь удалось побороться, и супер момент, как же не забили они сейчас. 77-й номер, смотрите, обыграл здорово, пробросил себе, и все уже, ну... Не стоит путать этого Павла Котова с теннисистом Павлом Котовым. Хотя было бы забавно, конечно, если бы Котов против Артура Анисимова. И дети скандируют Анисимову: тащи, тащи. Как же это все мило и лампово. Котов, Анисимов не тащит. 1-0. Нефтехимик выходит вперед. Ну, похоже на пенальти, конечно же. Джамилов укрывал мяч корпусом, получил сзади по ногам. С этого повтора вообще ничего невозможно разглядеть, так что просто надо доверять арбитру. Совершенно не кажется, что играет команда Новикова в гостях. Вот сейчас отличная передача на Укомского, и 1-1. Но офсайд, наверное. Мне кажется, не было офсайда. Просто не было офсайда, и все. Отлично, кстати, Укомский сыграл, принял. Удар поворотом! Вау! Не очень сильно летел мяч, но, по-моему, неожиданный был рикошет для Артура Анисимова. Красным цветом уж точно. Блестящая атака нефтехимика! Но опять офсайд и здесь. Видимо, посмотрим повтор. Было ли здесь вне игры? Вот так оборонялся. А вот этот момент с... его потенциальной голевой передачи. Да, здесь-то офсайд был. Вот Джамилов как раз мячом. Контратака нефтехимика. Да, это фол в атаке. Немножечко переборщил Артем Котик. Классный момент. Забивать нужно второй гол. Между ног катит Султан Джамилов. И... реализовать выход 1-1. Четко поймал линию офсайда. Бежал из острова прямо в домик. Но Анисимов все-таки успел отбить. Хороший прострел. Еще один. Где же удар-то? А его все никак и нет. Вот только сейчас. Вроде бы неплохо, но выше ворот. Хотя бы что-то. Похвалим уже за это. Гаглоев. Вот так пролезает и падает. Мне кажется, услышав крик с трибуны, падай! Красная карточка за симуляцию, ну, точнее, вторая желтая. Оказалось, что Гаглоев попал довольно-таки охотно. Ну, как он обыграл? Прекрасно, прекрасно обыграл. Ну, и зачем-то завалился еще, даже не войдя в штрафную. Перников в штрафную, Липовой убирает на замахе. Подача на дальнюю штангу, падение, ну... не по... Так, ну что, начинается толкотня, битва, зачем-то... слишком жестко Артур Анисимов начинает поднимать соперника за руку, мне кажется, чуть не оторвав ее. Это желтая вратарю. Может быть, претензия к упавшему с высоты собственного роста на спину и ударившемуся футболисту. Ну, вот это вот просто безобразие со стороны Анисимова. Больше с учетом добавленного в первом тайме. Опять атака, удар Анисимов. Здесь хорошая борьба плечо в плечо, но... как вы думаете, будет ли удар? Конечно, будет. Ну же, КамАЗ, вот так играть бы с начала матча. Удар поворотом. Ещенко. Не точно. И финальный свисток. Юнуса Кошко, одного из главных героев этого матча во всех смыслах, фиксирует победу нефтехимика. 1-0. Базилюк вот только здесь. Так его и не увидели на поле, но и без него команда победила. Впервые за очень долгое время имеет шанс выйти из зоны вылета, но пока все-таки в ней останется.